Добрый день, друзья! С вами снова Константин. Я на рыбалке на реке Баркузин, в лопатках. Ну, в 7 часов сел, закинул спиннинги. То же самое ловлю: жмых, черви, комбикорм, кукуруза. Ну, пока тихо. Сегодня день солнечный, ветерок такой дует. Вчера был дома. А вот спиннинги стоят. Все на черве наживел. Что-то не клюет совсем. Надо дальше забрасывать. А здесь у меня жмых и комбикорм. Чайки белеют и чернеют бакланы. Бисер, как цепочка будто, черно-белая. Рыбаков еще нет никого. Хотя там около моста рыбачат. Ну, посидим сегодня. Что-то и возьмет, клюнет. Хороший. В прошлый раз я в дожде под дождик попал, но так и не переставал. Пришлось уехать. Шел и шел. После обеда был солнечный такой день. Бармашова с сыном ездили. Ну, поклевка одна была, ребята, мощная такая, сазанья. Вообще клевала, но я не успел его подсечь. Сошел на комбикорм именно. Спиннинг, который стоит с макухой. Макуха с горохом. Но конкретно клюнул. Это явно сазан. Дергал это раза три так мощно. Пока наклонялся по-стариковски. Видимо, сошел. Сейчас пока тихо. Пока тихо. Поклевок нету. День сегодня солнечный, и ветра большого нет. Западный, видимо, дует такой маленький ветер. Ну, катер идет. Вот этот катер на капоте надо ставить. Клевый чуть-чуть один спинит. Гремело червь перебор. И что-то сидит там. Thank you.
Ну, поклевать стало. Нажил червяков. О, идут поклевки. Что-то кто-то сидит, видимо, там. Там, наверное, сидит. Или не сидит. Солнце скрылось, ребята. Облака такие пухлявые, как цыплята. И ничего не клюет. Засыпаю просто. Сижу и по-стариковски засыпаю. Ну, надо же так, а. Вот так у нас изменилось. Солнышко вот там село. Сейчас. Байкал. На гряде бакланы чайки. А спиннинги молчат. Сейчас еще посижу немного, наверное, и домой поеду. Так что удачи вам, друзья мои. Главное здоровье.